Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура в Украине в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране. Сегодня по всей стране приспущены государственные флаги на зданиях и сооружениях госорганов, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Также отменены развлекательные мероприятия, внесены изменения в сетку вещания телеканалов и радио. Напомню, в среду недалеко от международного аэропорта имени имама Хомейни разбился Боинг 737 международных авиалиний Украины. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, включая 9 членов экипажа. Предположительно, самолет потерпел крушение из-за проблем с двигателем. Он направлялся в Киев, но исчез с радаров уже через 2 минуты после взлета. В аэропорту Борисполь родные, коллеги и жители украинской столицы продолжают нести цветы к мемориалу, установленному в одном из терминалов. После этой трагедии здесь собиралось очень много людей и ждали все-таки у прилета. Все надеялись, что это какая-то ошибка. Родственники стояли, ждали и до последнего все-таки верили, что этот самолет прилетит и что вся эта информация будет какой-то ошибкой. После обеда начали сюда люди массово нести цветы. Это действительно большое горе. Со всеми мы работали. Это все мои коллеги. Со всеми лично знаком. Приношу соболезнования близким и друзьям. Это очень тяжелая потеря для нас. Обидно то, что многие молодые профессионалы и люди, добрые люди просто отзывчивые. Я не поверил.